Дмитрию Павловичу Варфоломееву дорога в Крым открылась после учебки в Башкирии. Приехал под Феодосию и сразу встал к пулемету. Отражал огонь немецких солдат. Боеприпасов, говорит, всегда не хватало. Немцы открыли минометный огонь, и меня осколком ранило в спину. Кругом рвались мины, снаряды, свистели пули, а в небе пели жаворонки. Спустя 72 года сын ветерана Дмитрия Варфоломеева на том же месте, где ранили отца, под Феодосией, у Владиславовки. Привезти крымскую землю. Единственное, что попросил ветеран своего сына. А жаворонки? Жаворонки щебечут здесь, как и прежде. Анна Ивановна Юдина 18-летней девчонкой оказалась в Крыму. Командовала бригадой девушек-прожектористок. Освещали по ночам советским самолетом небо. Вместе с остальными солдатами освобождали Керчь от фашистских оккупантов. Там есть такая катакомба, в которой мы ходили, когда заняли город Керчь, освободили город Керчь. Мы ходили первым делом туда на экскурсии, хотя туда не разрешали нам ходить. Вот я там на стене расписалась. И ты попробуй найти мою роспись. Роспись, конечно, моя. Гомзова. Дочь Анны Юдиной, Людмила, с трепетом входит в каменоломню. Очень хотела найти на стене роспись матери, но за столько лет надписи поистерлись, место превратили в музей, чтобы помнили. Для керчан каждый метр этой каменоломни свят. Под завалами до сих пор находят останки мирного населения и советских солдат. Таких обвалов под землей очень-очень много. На поверхности фашисты выкапывали огромные ямы. В ямы закладывали по 15-20 авиабомб. Затем ямы взрывали. Представляете, какой силы взрыва здесь получался? Тонны камня падали на головы людям, люди погибали. Вот эти обвалы можно считать братскими могилами. Одно из самых страшных мест каменоломни – символическое детское кладбище. В первую оккупацию в 1942 году, спасаясь от фашистов, сюда спустились 5000 человек мирного населения. Два страшных слова – «багеровский ров». Это был противотанковый ров, который находился за городом. Длиной километр, шириной 3 метра, глубиной 2 метра. Первую оккупацию фашисты расстреляли в Багеровском рву 7500 керчан. Это было мирное население. Когда Керчь освободили, и люди стали раскапывать Багеровский ров, в руках у расстрелянного ребенка нашли игрушку маленького плюшевого зайчика. В Крыму делегацию из Самары встретили очень радушно. Общение с ветеранами Великой Отечественной войны, воспоминания, грусть, потерь, слезы радости, экскурсии по живописным местам Крыма, где почти 70 лет назад кипела война. Снесли немцев! Ну, буквально за полтора часа они снесли, и немцы все были брошены туда, в сторону города, и с обрыва. И они заняли это место, гору Митридат, и она стояла, они удерживали ее в течение 3 суток. И они телеграфировали: давайте подкрепление, высаживайте десант, мы держим здесь позиции, будем дальше. Это было
в начале октября. И вот эти ребята стояли насмерть здесь, и потом, когда уже поняли, что нельзя бы ничего удерживать, все, тогда да. Они дают телеграмму туда, телефонограмму, просим на себя огонь. Огонь на себя. История запомнила каждого, кто сражался за освобождение этих земель от фашистов. Чьи-то имена выбиты на надгробиях, другие на братских могилах. Тем, кого не удалось отыскать, есть памятники. Нигде еще не было воздвигнуто ни одного памятника, а у нас в Керчи стоял уже памятник тем, кто освобождал наш город, кто боролся с фашистской чумой, кто отстаивал великую нашу державу. Гора Митридат, Керченский пролив, недалеко Феодосия. Больше 15 лет Самара и Феодосия – города-партнеры. За это время сложились теплые дружеские отношения. Установлены деловые связи, налажен обмен опытом между самарскими и феодосийскими специалистами. Кстати, в Самаре есть храм в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Во время визита в Феодосийском музее древностей самарская делегация встретилась с участниками партизанских отрядов Крыма. Партизанские отряды все находились в горно-лесном массиве Крыма. Горы начинаются вот от Феодосии и все дальше, до Севастополя. К югу, они все выше и выше и выше. От Советского информбюро. Войска отдельной приморской армии, перейдя в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону противника на Керченском полуострове и 11 апреля овладели городом и крепостью Керчь. 9 мая я была уже, мы ехали в эшелоне, ехали домой. И в Польше все... Целовали землю, обнимались. Этот великий день, День Победы, помнят все ветераны, где бы они ни находились. Крымчане передают большой привет и поздравления с Днем Победы своим самарским однополчанам и всем участникам Великой Отечественной войны. Добрые такие пожелания самаровцам, вот, потому что, это, во-первых, это россияне. Россияне – это для нас все как святое теперь для нас. Мы очень благодарны россиянам и Самаре. Я им желаю здоровья, всего самого хорошего, чтобы они были здоровые и жили долго. Я хочу поздравить всех жителей Самары с этим праздником, с тем, что мы стали теперь уже вместе и стали родными. Я им тоже поклоняюсь, россиянам всем, что они поддержали нас и оказали нам такую помощь. Желаем вам от всех фронтовиков Великой Отечественной войны крепкого здоровья, здоровья, успехов. И должна быть крепнуть наша связь городов Крыма и Самары. Я хочу, чтобы молодежь Самары всегда помнила, что нужно постоянно поддерживать те традиции, которые передают вам, дорогие дети, наши внуки и правнуки, передают наше старшее поколение. Несите нашу эстафету, будьте достойны этой эстафеты, и мы будем гордиться вами, потому что вы наше будущее. Всего 2 дня провели самарцы в Крыму. Из поездки дети ветеранов привезли фотографии, сувениры и свои впечатления. Побывав там,
посмотрев эти места и вспоминая рассказы мамы, просто вот такая гордость распирает за наш русский народ. Было бы очень хорошо, если бы вот наши дети, внуки могли попасть по тем местам и посмотреть все это. И вот я тебе горсточку земли привез прямо с того места. Дмитрий Павлович Варфоломеев целует землю из Владиславовки. Старая рана от осколка снаряда хоть и не болит, как прежде, но о страшной войне забыть не дает. В поселке Владиславовка, пап, есть братская могила. Там захоронены воины, которые защищали этот поселок, которые приняли весь огонь на себя. Там есть монумент, на котором есть таблички, кто погиб. И все погибшие как раз в 1942 году, когда ты получил ранение. О страшной войне в Крыму напоминают лишь только памятники и музеи. Однако у всех, кто отвоевал у фашистов эти земли, навсегда в памяти останется свист вражеских пуль и шум родного Крымского моря.